Убьет, конечно, мана сжирается. В конце ты взрываешься. На варе же маны нету. Варе нет. Да думаю мишкой начать. А если чё, то вар в воздухе будет висеть. Типа два окна на двух этих вот. Ну типа вдруг, если я сдохну на боссе, то у меня будет под, ну, подстраховка. Все ретрики, усилки в интеллект. Все усилки. Кто трэш танчить будет? Трэш на войде. Стоит столик, возьмите, отрегеньте ману, у кого она не фул. На войда медведя или на войда вара? Медведем пока. Вар подстраховочный, если медведь сдохнет. Так, где рыбка? Я все вижу. Че, самой нету времени, да, спек переделать? Ну, делаю спек, перебрасываю силки, ждем. Там карочка пати просит. В пролете. Он не писал пати, ему написал сосать. Ну вот просто лучше бы пульнули, там сейчас припрут. Карочка, ты же жесткий козвал, да? Один залетный ретрик, и мы будем вайпаться тут. Чем мы вайпаться не будем? Сразка все сделают. Мы пульнем. Пускай вратка вообще стоит в стороне и все. Побольше хило, сделайте заранее. Поскольку народу меньше, чем вчера, ретрики делают усилки в НТУ, и все будет нормально. Мы же 25 тел его убивали. Не, вчера было больше народа. Не до этого. Блять, поехали, вага, ебать. Остынь! Блять, как все очень долго, это пиздец. Вразка, ты готов, нет? Кованый мод, блять. Я только добежался, таланты скидывать. Почти. Так, алоэ мейн танк, да? Да. Локи шкаф поставьте. Дайте каску, пак. Все можно сманить. Ходал. МП5 по шаманам бафните, пожалуйста. Спасибо. Рыба еще стоит, кто не ел, поешьте. Прошел сум? Да, я таланта докидал. И тут. Неистовство только выруби. А ты фарана на ком сидишь, я чуть-чуть тебя не вижу. На топовом персе. На мобах друид войда. В боссе алоэ. Да, пожалуй, чё я не делаю. Торчи на пул. Какой дроид на мобах? Void Beast. Окей. Дайте магии еды. Саппорт всем разные. Массаж ног, проститутку вызвать? Берутся на РТ, на нужных боссов. Не дай бог сейчас кто-то спиздит саппорт. Он положит туда сразу два. Так, где саппорт можно украсть? Покажите. Вразка готов? Дельбанк, бля, образ очень долгий персонаж, блядь, это пиздец какой-то. Враска? Да готов, я готов. Пул танки. Чёрт спросил. Ой, бля. А чё, нам выбегать не надо, да? Клятву вязать почаще, все нормально будет. А я не переоделся. Бля, лагай.
всех, да, лагает? Да. Ольта темп поставил. Да, я тоже, мы одновременно ее видела. Чит обновляй на PvP. Все моментально спадает. Лагает меня. Да, меня притоптало. Моба быстрее. Обзорвусь. Не дай бог. Я убежал от рейда. Ой, сколько процентов взрыв? Мана как кончится. Я только синюю джагу кидаю. И на рахилам раскидайте. Да. Так, мы началось. Убегаем. Там мог. Дайте гим на хп, скорее, скорее, скорее. Ну-ну-ну. Пожалуйста. Не могу дать ничего. Пожалуйста. Больше быстрее хилы упали. Локи вытащить. Бомба сильная. Бля, добейте такое говно. Смог еще. Нормальная подошла. Секунду просто сбрила. Ган на ману читал? Да, да. На хп читал. Их кадешки. Все, уже убили. Там. У него 2 минуты кд. Хорош. Блинчик, меня укрыл.
Да я сама мертвая, ты видишь? А, нет, не вижу. Так, вот Денчик руль бежит ко мне. Трэд, наливаем, ЕП дам. Братишка резко. Кто-то блядь, поскакал. Короче, будешь пересобирать, да, назад? Подскажите, пожалуйста. Ребят, что мы теперь делаем? Делаем скрин, да? Алло. Есть видео. Выбираешь боссов... Выбираешь боссов таргет. На рекам наводишь мышку на себя, чтобы было видно, что у тебя урон по Радомирусу. Также открываешь квестовую книжку, чтобы был открыт квест на этого босса. Делаешь скрин. Если ты хил, то открываешь ХПС. Рекаунт есть, видео есть, босса. У кого еще первая ката, кроме босса, делалась? Главное, на скрине наводите на свой ник, кто там что-то требует. Это прям кроме босса еще кто делал? Пересобирать бы швали? Да. Там надо ник обязательно. Рекаунт, квест надо и таргет босса взять. То, что он убит. Три скрина надо сделать. На всякий случай видео есть. Нормальные люди делают это в один скрин. Я в один скрин вчера сделал, мне цоком мозги выебали. Потому что ты не навел на рекаунт